Ну а теперь более подробно о второй важной теме сегодняшнего штаба – строительстве очистных сооружений. В правобережье завершается реконструкция комплекса биологической очистки канализации. Осталось всего 10% от общего объема работ. Сейчас ведутся строительно-монтажные. Прокладывается электрика, это силовые кабели, прокладываются кабели для средств автоматизации. И мы ждем, точнее подрядчик ждет это, поставки у нас приборов автоматизации. На данных сооружениях уменьшен объем первичных отстойников и больше отдано под аэротенки для организации и полного удаления именно азотной группы. Как итог, в 3 раза снизится объем вредных веществ, сбрасываемых в Волгу. Программу по оздоровлению реки запустили еще в 2019-м. По ней также обновили очистные сооружения в Новоульяновске и построили станцию ультрафиолетового обеззараживания на левом берегу. В плане модернизации еще 2 объекта. Это реконструкция очистных левобережья и реконструкция очистных сооружений канализации в городе Барыше. Всего на исполнение 5 федеральных проектов региону направлено почти 5 миллиардов рублей.